молодости ей всего 3 года, очень заботливая мама. Возможно, еще и потому, говорят работники зоопарка, что у пары был уже печальный опыт. Их первенец, родившийся в прошлом году, погиб из-за неопытности родителей. Рубин пока держится на расстоянии, а вот Камелия не отходит от котенка ни на шаг. Конечно, все малыши очень игривые, по характеру видно, что он такой растет шкодником. Он пытается от нее убежать, но она с великим терпением идет за ним, берет за шкирку и несет в зубах туда, куда ему надо быть. Он все равно, то есть, такой очень активный. Малышу нет и 2 месяцев, но сегодня он уже получил первые подарки от своих крестных, мэрии города Екабпилс, на гербе которого изображена рысь. Герцог Якоб был такой знаменитая персона в Латвии в свое время, в 17 веке. И он, когда на своем корабле плыл по реке Даугава, остановился на одном месте, вышел и увидел рысь и застрелил ее. И он сказал, что это место мне очень понравилось, и здесь я хочу создать город, и будет называться Якобштадт. Так он, наш город, родился. Сегодня же представители Екабпилса, которые будут опекать рысенка и в будущем, дали ему имя. Как и положено, символу города звучное – герцог. Или герцогиня, ведь пол котенка пока неизвестен. Правда, сотрудники зоопарка склоняются к тому, что это все-таки мальчик. По характеру и как опекает мамочка, наверное, выглядит, что мальчик, потому что всегда идет проекция на людей. Обычно мамочки больше заботятся о сыночках и очень так их присматривают. Дочки всегда более самостоятельные, более сильные и духом, и телом. Но кажется, что мальчик. Точно определить, герцог это или герцогиня, можно будет уже в ближайшее время. Совсем скоро рысенку предстоит вакцинирование, и работникам зоопарка придется ненадолго забрать его у матери. Элина Суворова-Пилоня, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Вниманию автомобилистов! 4 мая, в день восстановления независимости Латвийской Республики, движение в центре столицы будет ограничено. В частности, для автотранспорта будет закрыта набережная 11 ноября. Здесь ограничение вступит в силу уже в 9 часов вечера 3 мая. Более подробно об ограничениях на передвижение и стоянку транспортных средств в эти дни можно узнать на портале www.riga.lv. Ну и это все новости, о которых мы успели сегодня вам рассказать. Далее предлагаем вашему вниманию программу «Поле чудес», ну а затем в эфир выйдет программа «Достояние республики». Валерий Леонтьев.